1 января 2014 года открылась станция метро «Деловой центр». Это первый шаг к созданию новой Калининско-Солнцевской линии Московского метро. Как видите, сейчас только работает один путь. Движение осуществляется только между двумя станциями «Парк Победы» и «Деловой центр». Так называемый, к сожалению, огрызок или аппендикс. Такое название ему дали многие любители московского метрополитена. Вот. В 2015 году этот участок должны продлить до станции Раменки вместе с открытием двух промежуточных станций метро. Это Минская и Ломоносовский проспект. А вот сейчас вы, как видите, открылась сама станция. Целый центр, как видите, она двухъярусная, интересной конструкции. Станция Деловой центр, как вы видите, довольно-таки очень красивая. Вот. Открытие ее даже обещали еще в декабре 2013 года, но, к сожалению, открыть ее не успели, так же, как и новый участок Бутовской линии до станции Минцевский парк. Ну что ж, пожелаем хорошего дальнейшего развития московского метрополитена. Вот. И очень скоро в открытии новых станций, в частности, как раз в продлении Калининской линии, вот этого кусочка до станции Раменки. И в скором времени создание новой, единой Калининско-Солнцевской линии. Открытие станции метро «Деловой центр» 31 января 2014 года. Поезд на станции «Деловой центр». Маршрут 93. Станция «Деловой центр». Поезда на станцию «Деловой центр». День открытия 31 января 2014 года. Маршрут поезда номер 93. Бегает по платформе.